Саша Лоханов, три! Воу-воу! Заряжает. Забирает. Санта-Барбара мяч. И здорово, здорово в проход здесь несет четвертый номер. Ну а в ответ... Еще два очка в исполнении Дима может. Хороший проход, и Эндван заваливает. Красиво. Эндван, Саша Лохан на подборе. И на всех парах несется под кольцо, два очка забивает. Здорово здесь Бочарников в разрез. Трешка. У-у-у. Красиво. Ну а здесь Бочарников снова играет на дуге. И три очка. Не точно, а вот здесь здорово, два очка. Да. В это время мяч у команды Санта-Крус, но перехват, скидка на Бочарникова. Бочарников, три, воу-воу-воу! Трешка, не точно, и на подборе здорово дорабатывает Бауэр Дмитрий. Ну и у Бауэра 6 очков. Также собирает он... Один штрафной сейчас. Один подбор нападений сейчас вот забрал. Минжинский Ростислав. Но это для него первые очки в этом матче. Не будет сверху. Просто заносит. Лейап. Не получается доработать у Микеле, но все-таки доводится мяч до 13 номера и попадает. Видите, пасечников. И после этого еще Эндван заваливает пасечников. На линию отправляться будет. Пасечник не точен. Трешка. Падает трешку пасечник. Здорово, Шалаханова. Эндван Бочарников забивает. Красиво. На себя взял эту атаку. Сам прошел и сам заработал себе. Здорово в защите отработал сейчас Павлов. Трёшка, воу-воу-воу. В огне. Первый номер. Козлов Максим. Первые очки для себя набирает. И трёшку забивает. Хорош. Ну а вот второй попадает уже Павлов. Ну а...
получается. Из Павлов еще 2. Бочарников со старта 3 четверти сразу 2 очка набирает. Ну и сокращает. Потому что поначалу все было достаточно ровно. Бочарников. Лотер еще забивает 2 очка Бочарников. Одного здесь оставляют Пачников и Пачников. 3 не точно. Хорошая передача под кольцо. Ну и никто там не держал абсолютно. Клюквин нашел в кольцо, но вылетает. А здесь отличная передача на Пачникова. Отлично после показа реверс лайап он забивает. И... здорово здесь. 51 номер включается. Ну и клюк. Снова на Павлова пытались загрузить, но он здорово в защите. Вечер Стропат Шалаханов не стал почему-то прыгать на Бочарникова, хотя Саша может легко там. Бауэр, заброс на Бочарникова и в трандишене 2 очка забивает Антон. Бочарников на перехвате. Заброс на Бауэра и Бауэр. Хоть с метелем и носит. На дриблинге дает скидку на дугу и 3 очка забивает нас товарищ. Их здорово, здорово. Сейчас раскидали, и Куликов еще 2 очка себе. В актив записывает. Еще 2 очка себе. В актив записывает. Бочарников. Бочарников 2 очка из-под кольца забивает. Теряет мяч Бауэр на Бочарникова. Передача на Бауэр, и Бауэр мяч заносит. Хорошо. 54-42. Ну и здесь ребята из Санта-Бетчера спутник, кстати, атаку Бочарников, трешка сходу. Хорош, хорош Бочарников. Красиво, красиво разобрался сам в этой атаке. Бочарников на дриблинге. Через руку от щита бросает и 8 очков уже. Заброс на Бочарникова и Бочарников не попадает. Поднимает Пасечникова. Их 2 очка забивает. Шалаханов 3. Саш Шалаханов возвращает свою команду и говорит, как в песне Басты. Она мне принадлежит таким же, как и я. Ну а здесь Бауэр тоже не согласен с этим. И... попадает первый штрафной. Бауэр не забивает, и здесь в отрыве легко 2 очка набирает. Ну и снова заброс на Кондратцева, и Кондратцев 2 очка забивает. 30 секунд до конца. И пока, ну, Павлову не хватило 1 очка до дабл-дабла. Минжинский, кейс плюс 8, 2 подбора не хватило. Под занавес здесь трешку забивает, вот так вот, 3 очка все-таки. Права.